Спортивно-оздоровительный комплекс «Ивановка» расположен на берегу реки Оскол, у подножия склона, поросшего сосновым лесом. Гармоничный природный ландшафт образует прекрасное место для отдыха. В состав комплекса входят дом приемов, оздоровительный корпус, бревенчатая русская баня, крытая площадка для барбекю, лодочная станция, теннисный корт и гостиница для персонала. Дом приемов, построенный по специальному проекту, в своем облике несет основной акцент архитектурного решения комплекса. Назначение здания – прием и размещение гостей. Дизайн трех жилых номеров располагает к отдыху в уютной обстановке. Внутреннее убранство каждой комнаты выполнено в гармоничных цветовых гаммах. Для удобства гостей в доме приемов есть столовая, библиотека, бильярдная с камином и зал переговоров. Панели стен в этих помещениях отделаны темными породами дерева. Второе здание комплекса – оздоровительный корпус. Здесь есть все необходимое для активного отдыха. Финская парная, бассейны с холодной и теплой водой, массажный кабинет, бильярдная и столовая. Прекрасно подобран комплект спортивных тренажеров. Отделка помещений более строгая, чем в доме приемов, но выдержана в едином лаконичном стиле. В двух двухместных номерах полы с электроподогревом делают комнаты теплыми. Недалеко от оздоровительного корпуса на берегу реки построена баня. Бревенчатый сруб из вековой лиственницы выполнен в классическом русском стиле. В элементах внутренней отделки нет синтетических материалов. Стены и деревянная мебель наполняют помещение целебным древесным запахом. В работе парной предусмотрены режимы финской сауны и русской бани. Территория спортивно-оздоровительного комплекса огорожена и охраняется. В корпусе для персонала находится автоматическая телефонная станция, система кабельного телевидения и оборудование радиорелейной связи. Время, проведенное в Ивановке, станет прекрасным моментом активного отдыха.